Друзья, здравствуйте! Сегодня готовим шоколадные конфеты с начинкой из кокосовой стружки и вяленой клюквы. Для приготовления конфет нам понадобится 180 граммов кокосовой стружки, 200 граммов сливок молочных, 2 щепотки соли, 55 граммов сахара, 2 куриных яйца, 20 граммов кукурузного крахмала, вяленой клюквы 50 граммов, ну и 200 граммов шоколада. Может быть молочный, черный шоколад. И 2 столовые ложки растительного масла. Без запаха. Начинку шоколадных конфет я буду готовить в сковороде с бортами. В емкость вбиваем 2 куриных яйца. 2 щепотки соли. Сахар. Венчиком все перемешиваем. Теперь отправляем сюда кукурузный крахмал. Перемешиваем крахмал с яйцами, сахаром и солью. Растираем все венчиком. Теперь в сковородку высыпаем кокосовую стружку и вливаем 200 граммов сливок. Перемешиваем венчиком. Венчик убираем, берем ложку или лопатку и вводим вяленую клюкву. Нагреваем посуду и на минимальном огне, постоянно помешивая, доводим массу до клейкого состояния. Друзья, я проварила начинку минут 10 на минимальном огне. Выключаю газ и выкладываю массу или в целлофановый пакет, или на поднос с пергаментной бумагой. Сейчас масса клейкая, мы ее разравниваем. Накрываем целлофановым пакетом и отправляем в холодильник полностью остыть. Друзья, прошло 10 минут, я достала из холодильника массу. Она у меня полностью остыла. И сейчас ложечкой чайной набираем начинку и лепим шарики. Выкладываем на поднос. И так поступаем со всей начинкой. Друзья, я налепила шариков. У меня они разного диаметра, чуть поменьше и чуть покрупнее. Отправляем их в морозильную камеру. Шарики должны замерзнуть. Друзья, пока застывает наша начинка, мы растапливаем шоколад. Шоколад может быть любой, молочный или черный. Шоколад ломаем на кусочки. Разогреваем сотейник с водой. И будем растапливать шоколад на водяной бане. Все то же самое можно проделать в микроволновой печи. В шоколад мы отправляем 2 столовые ложки растительного масла, любого без запаха. И сотейник отправляем на водяную баню. Из морозилки мы достали полностью замороженную начинку. Шоколад растопили. Я подготовила решетку, куда я буду выкладывать конфеты. Берем 2 вилки и каждый шарик окунаем в шоколад. Искупали в шоколаде. Лишний шоколад убрали вилочкой. И шарик выкладываем на решетку. Берем следующий шарик. Купаем в шоколаде. Лишний шоколад стряхиваем. И выкладываем на решетку. Так поступаем со всеми шариками. Итак, друзья, мы искупали начинку в растопленном шоколаде. Конфеты выложили на решетку и оставляем их при комнатной температуре застывать. Шоколад мгновенно застывает. 10 минут у меня полежали конфеты на столе. Если мы подаем наш десерт на праздничный стол, на фуршет, берем шпажку, прокалываем каждую конфету и выкладываем на блюдо.
Итак, друзья, мы сегодня приготовили очень вкусные шоколадные конфеты с кокосовой стружкой и вяленой клюквой. Пару конфет я разрезала. Вот что у нас получилось в срезе. Таким десертом можно прекрасно украсить праздничный стол. Гости останутся довольны. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал и пока-пока.